Всем привет, YouTube, привет. Ответ на вопрос часто задают мне, зачем купили две лампы. Вот, допустим, вот мы делаем вмятину, да? Отсюда ее поковырял в этой плоскости. Тут же берешь, смотришь, как это все выглядит здесь, в этой проекции. Вот, я единственное, вот этой лампочкой работаю сейчас, которая предыдущего разлива. Вот, а это нового. Я хочу доработать, но уже сегодня я в магазин сбегал. Вот такая вот штука есть, разборная. Сейчас покажу поближе. А вот ее видно, что она разборная. Там приблудочку купил одну нужную. Так вот, почему? Потому что вот работаешь, когда вот так в лампе, в свете, все хорошо, все нормально. Потом надо глянуть сюда. Здесь все просто. Вот диммер включается, выключается. Вот здесь такого выключателя на этой лампе не предусмотрено. Поэтому сейчас я выключу. Продолжим. Поэтому вот здесь вот как раз выходит шнур электропитания из лампочки. И здесь вот этот выключатель прям неплохо будет смотреться. Надо вот, включил, выключил лампочку и поработал. На одной из ламп я такое вот сделаю дополнение для себя. Это просто, ну как сказать, я хочу это сделать, чтобы мне было удобно работать. Чтобы это была комфортная работа. Допустим, здесь вот этими кликами включать-выключать, ну, как-то более, скажем, это сложно и не быстро. Ну, каждый раз вот это включать-выключать. В лампе есть память яркости. Вот, мы все это знаем. Вот, поэтому в данном случае без всяких проблем настройки сохраняются. Берешь, вот выключил ее, допустим, вот эту боковую. Она тебе не подсвечивает. Надо проконтролировать, вот ее там, раз, включил, посмотрел, что надо, доделал, опять ее клац, выключил. Это быстро и удобно. Но это опять же, как сказать, я просто-напросто стараюсь к этому вопросу подходить творчески, экономить время и силы, и, как говорится, не распыляться на ненужное, на неудобное для меня. Вот поэтому я так, как бы, все вот эти вот мелочи стараюсь учесть, чтобы на работу оставалось больше времени и работа была более эффективной. Ну вот, собственно, и все. Ответ на вопрос, почему две лампочки. И второй момент, конечно же, почему удобнее, гораздо и быстрее идет работа, когда ты и в этой плоскости у тебя сразу идет контроль. Вот, гораздо удобнее и эффективнее работать. Ну вот, это так, лампочка стоит, я просто когда дефектовал, смотрел. Хотя можно там и этой заниматься. Вот. Есть всевозможные варианты этой темы. Можно и на пульте сделать, и еще на чем-то. Ну, самое простое, по-моему, вот такой вот выключатель купил, он там копейки стоит. Вот, имплантировал, опять же, здесь как раз вот, еще раз повторюсь, удобно выходит. И вот в этом месте на одну из своих лампочек я вот так имплантирую. Вот. И будет мне, как говорится, счастье. Вот так. Вот вопрос задали, вот вам ответ. Пока-пока всем. Вот он наш выключатель. Он разборный, как видно. Сейчас мы его прицепим к лампочке. И будет удобно работать. Так сказать, итог того, чего я хотел сделать. Вот он, выключатель. Он у нас включает, выключает. Как я уже говорил, память и настройки сохраняются. Вот она, наша крыша. И стоят две лампочки. Вот, я работаю, допустим, вот здесь, да, в этом месте. Вот, еще недоработано, недоделано. Я извиняюсь, немножко бликует экран. Ну, во-первых, это телефон, а не какая-то видеокамера. И максимальное увеличение. Вот.
Я беру эту лампочку, выключаю, вот, и работаю напрямую. Потом, если мне надо, так сказать, проконтролировать, там, пробить или что-то сделать, я беру, включаю эту лампочку, вот, спокойненько здесь работаю в ней, вот, уже вижу эти дефекты, которые надо доделать. Вот. Потом доработал, я ее вот так быстренько выключил, и все. При включении память здесь сохраняется, как бы проблем никаких. И опять же продолжаю дорабатывать. Доработал, перехожу дальше. Вот, собственно, такая мелочь. Ну, я считаю, это из разряда маленьких полезностей. Вот. И они помогают в работе, ускоряют это. Почему? Потому что, допустим, если вот выключить эту лампу и включить, как бы больше телодвижений совершается, вот, ненужных, тратится время. А поэтому, дабы вот так вот быстро работать, выключатель здесь не предусмотрен такой. А бегать ее, извините, вот там из сети выключать, включать каждый раз для меня неудобно. Вот одна лампа у меня оборудована так, она включается, выключается из сети 220. Вот. А вторая, я сделал разрывчик, еще раз повторюсь, включаю, выключаю так, как мне удобно. Я считаю, ну, для меня этот, как бы, очень хороший вариант получился. Ну, вот ответ на вопрос, почему две лампы и небольшая доработка уже под себя. Ну, каждый мастер, любой инструмент дорабатывает под себя, как ему удобно, как ему хорошо. Вот. Так же и я считаю, что если это мне полезно, почему бы не доработать? Ну вот и все. Всем пока-пока.